Здравствуйте. Мы начинаем вторую часть нашего урока. Стандарты с розового на черный. Перед этим ударом нужно очень хорошо попробовать кий, ведь удар должен быть точным и сильным за счет кия. Этот удар проводится позиция, когда вокруг черного сосредоточена красная шура, и сыграть накатом или хлестким ударом нет возможности. Выход нужно делать с помощью одного борта. Вашему вниманию еще один интересный способ получить позицию для черного шара – сыграть розовый с касанием битка двух бортов. Этот удар выглядит сложнее, чем кажется. Есть опасность после легкого удара оставить биток близко к борту или же сильным ударом потерять отметку черного шара. Играйте точно и плавно в этом случае. Смотрите полную версию урока по ссылке под видео. Этот удар один из самых сложных в снукере. Он считается выставочным, поскольку играть нужно с сильным правым вращением вниз шара, а также делать выход через два борта на черный шар. Желаем вам продуктивных тренировок и увидимся очень скоро в наших следующих видео. Подписывайтесь на канал Snooker Pro Club и оставляйте комментарии.